Сорт томата «Белое бычье сердце», или, как его еще иногда называют, «Белая вишня». Сорт селекции США, раннеспелый, до зрелости плодов проходит 85-105 дней. И он среднерослый, высота куста примерно 1,20 м. Вот такие вот кремово-белые плоды. Иногда у них носик бывает с оранжевым пятном. Красивые, сердцевидной формы. Очень красивый и вкусный сорт. Масса плода — это 254. Этот чуть крупнее, 265. Но плоды бывают до 400 грамм. Разрежем, посмотрим. Вот такой вот он мясистый, с сахаристой структурой мякоти. Внутри есть небольшие розовые разводы. Многокамерный, очень сочный. На вкус он сладковатый, немножко с фруктовой ноткой. Назначение этого сорта — салатный. Очень вкусный в салатах и в свежем виде покушать. Сорт урожайный и очень вкусный. Подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте. Вот такой вот необычный белого цвета сердцевидный сорт.